Всем привет! Это Таня Матания. Сегодня буду тестировать необычный способ, чтобы навести блеск на своей посуде. Вы знаете, нержавейка, она вот темнеет вот таким образом. Сказали мне способ. Я думаю, что он мог родиться только у бабушек. Это что такие кастрюльки лучше всего до блеска наводить корвалолом. Ребята, сама в шоке, сама в сомнениях. Сейчас на ваших глазах я буду это делать. Это вообще первый, 16 рублей стоит, первый мой корвалол в жизни, у меня вообще его даже в аптечке нет, поэтому мне пришлось его купить. Ну вот сейчас посмотрим, действительно ли работает, просто губкой корвалол, больше мне ничего сказали не использовать. Ну попробуем, не знаю, может быть случайно это как-то получилось у бабушки у какой-то. Сейчас... будем смотреть, будет ли у меня блеск. Знаете, такой запах корвалола. Ну, представляете, да? Ну, он не совсем, конечно, плохой. Слушайте, ребят, ну, я хочу сказать, ну, конечно, я губки чищу, что у меня он очищает. Очищает вот этот вот коричневый налет. И, в принципе, достаточно быстро. Посмотрите. Видите? Так. Я специально взяла вот эту кастрюльку. Ну, сейчас попробуем на более темном, да? Скажите же, будет более видно, если я на таком попробую. Так. Корвалол. Вот это неожиданный способ. Я просто не ожидала, что это может быть как-то очищаться вообще на глазах, да? То есть никакой химии. Батюшки мои, вот это бабушкин способ. Вот это да. Даже вот эти затемнения, кто чистил, тот знает. Слушайте, даже я не держу нисколько. Оказывается, не в магазин химии нужно, а в аптеку, что ли, ходить за тем, чтобы очистить свои кастрюли. Вот это бабушкин рецепт за 16 рублей. Я думала, что у меня вообще не возьмется, либо я буду очень долго с этим стараться. Вот, ну, вот самое загорелое место, пригорелое такое. Ну, не знаю, то есть это образуется, знаете, каким образом? То есть, например, до половины у вас что-то вода, а здесь она перегревается, кастрюлька. И, то есть это не подгорание, вот она, свойство вот нержавейки, темнеть именно вот в перегретом месте. Слушайте, я не знаю, насколько вам видно хорошо. Реально работает. Реально это работает. Это реально очищает. Я вам скажу, что у меня, видите, достаточно хорошая фирма. И у этой фирмы, была паста родная, которая, ну, вот как бы они мне вот гарантировали, она достаточно дорогая. То есть они гарантируют, что вот эти вот коричневые налеты, вот благодаря ей, уберутся. И я бы сказала, что той пасты фирменной Дипфил хуже, чем это. Смотрите, это только что было черным. Вот это да. Ребят, мне неудобно, потому что стоит камера, и я вот чищу, вам скажу, что если бы вы со стороны видели, под каким углом я здесь стою, мне неудобно. Посмотрите, она блестит у меня. Вот так корвалол. Я в шоке. Я сейчас дочищу все вот эти вот вещи, уберу камеру, спокойно встану. Ну, вы видели, что это быстро получается. И покажу уже всю очищенную свою, вот этот вот полный результат. Вы видели, на ваших глазах это все работает. Корвалол рулит. Показываю вам волшебный результат. Вот кто бы мне сказал, я бы не поверила, ребята.
Вот посмотрите, это просто восторг. Ну вот где было самое темное, ну и даже простым средством можно не очистить. Вот здесь вот я чуть-чуть ножом залезла, чтобы все-таки очистить. Но я считаю, что для такого необычного способа это идеальный результат. Вот сколько я истратила, у меня был полный тюбик. Так, теперь что? В аптеку нужно ходить, да? Вместо того, чтобы ходить в хозяйственный магазин, оказывается, нужно идти в аптеку. И дешево, и сердито, и все блестит. Всем пока! Протестировано, рекомендую. Сама не знаю, что я это говорю. Сама не верю, что я это вам говорю. Но я вам рекомендую попробовать. Всем пока!